6 июня в Даугавпилсе пройдет традиционный парад малышей. Впервые это мероприятие было проведено в 2011 году. Тогда в нем приняли участие несколько десятков семей. В этом году планируется, что на парад выйдут более 100 мамочек с колясками. Безусловно, украшением этой колонны станут специально оформленные коляски. Возможно, стилизованные под некие машины, самолеты, кареты или просто наряженные воздушными шарами и цветами. Уважаемые родители, если в вашей семье в период с 1 мая 2014 года по 1 мая 2015 родился ребенок, то вы можете принять участие в столь замечательном мероприятии, которое в этом году посвящено 740-летию Даугавпилса. Вас с нетерпением ждут 6 июня в 12:30 у перекрестка улиц Ригас и Красловас. Вся колонна будет двигаться по улице Ригас. За малышами в колясках пройдут остальные участники праздничного шествия. Кстати, малышей, которые родились в Даугавпилсе в течение последнего года, их родителей ждут сюрпризы и подарки.